Тираспольский техникум коммерции. Здесь учат будущих поваров, кондитеров, продавцов. Сегодня в техникуме отмечали юбилей 55 лет. Пригласили тех, кто здесь раньше работал. Елена Ткач на пенсии. До этого 15 лет преподавала в техникуме. Учила студентов, как правильно сервировать столы на торжествах. Как встречать, как накрывать, как разговаривать, что предлагать. В общем, всему учила. В зале преподаватели и студенты. Сергей Грудко учится на 4-м курсе, будущий технолог. Сегодня вспоминал первое блюдо, которое приготовил сам. Я старался сделать так, чтобы оно было съедобное, делал все возможное, но преподаватель оценил. А что было за первое блюдо? Суп с морепродуктами. Анастасия Спотарь учится на кондитера. После 11 класса пошла в техникум и не пожалела. Теперь думает о том, как наладить сладкий бизнес в столице. Дальше я хочу развиваться в этой сфере и больше именно посвятить себя кондитерскому делу. То есть авторские будете торты печь, да? Да. Тираспольский техникум коммерции открыли в 1969 году. Сначала это было торгово-кулинарное училище. О поварах, кондитерах и продавцах из Тирасполя узнавали далеко за пределами города. Строили в набережных Челнах КАМАЗ, туда направляли из Тирасполя молодых поваров. Через тайгу вели вам, и там были наши воспитанники. Проводили Олимпиаду в Москве и Сочи, и здесь выпускники техникума показали свое мастерство. В честь 55-летия техникума преподаватели отметили государственными и ведомственными наградами.